Так, первый бой мы прошли. Всем хай, вы на канале МС Приходько. Сегодня мы будем проходить карьеру за Доминик Круз. Я уже чуть попроходил, извиняйте. Он у нас с ММА. Это уже уровень. Так, какой у нас уровень? 10-й уровень, да. Вот, как видите, наш соперник Эдди Винилд. Как-то правильно назвал. Извините его за его английский. Хороший. Я буду поправлять. Да. Это ролик в ролике. Да. Он снимает свой, я снимаю свой. Ну, игра это сама. Одна да, это сама. Все. Вот. Тут такие приемы. Как вы видите. Как вы видите, я его выиграю по всем качествам. Выиграю. И в бой, думаю, так же само будет. Продолжить. Так, все, все, начинаем. Так, ах ты, смотри какой. Ой, упс. Не надо говорить, что я не умею играть, просто, во-первых, ого, немного подлагивает, во-вторых, за Сару Макмэн немножко неудобно играть. Вы видели только что, это хорошо, как прописал. Чего, да, от него. Ну, если честно, немного еще. У меня тоже не отпад. На. Так, нахуй, вот так. Держи. Ай-яй-яй. Двумя спецстрелами тупо отомстил. Партер. Партер, блин. Партер. Если кто слышит посторонние голоса, первый голос, более такой взрослый, это мой отец. А который более, так сказать, помягче, это МС Приходько. Это МС Приходько. Ух ты. Так, извиняюсь, что ошибка интернета. Мне тоже. То есть это не засчиталось. Извиняемся. Да. Приносим извинения. Потому что я ему свой интернет раздаю, блин, у меня самого тупит. Потому что кто так решил, что на МТС вообще связи нету. Ну, пусть будет так. Пройдем заново этот уровень. Ничего. Как вы видите. Думаю, вы меня простите за это. Потому что уровень как бы тут второй уже пройден. Поэтому есть что терять, если снимать заново ролик. А я не собираюсь это делать. Так. Еще раз как извините за ошибку. За Сару Макмэн я вообще не собираюсь. Давайте. Я пройду ее чисто так. Для того, чтобы заработать серебра. Подожди, где я управляю проблему? Блин. Мне кажется, если бы я просто снимал, вы бы его слышали. Если бы я просто свое делал, ну. Блин, меня аж лагает. Или не лагает, а интернет тупит. Тебе хоть везет. Профилактические работы, вы как не вовремя. Профилактические работы в задницу себе засуньте. Ну, сейчас я попробую восстановить что-то с интернетом. Раз, два, три. Майк. Ну все, как вы видели, я его прошел. Надеюсь, больше на меня. Ну, как какого вы видели, все. Ну, как вы видели, я прошел. Да, опять промах, блин. Слава богу. Такое? Прошел. Богат. Как вы видели, продолжить. Я прошел на 3 звезды. 10-й. Хоть бы не лагало, пожалуйста. Не залагало. Хоть бы не лагало. Не лагали, блин. Капец. Хоть бы вообще все пройти. Хоть бы никого из нас не лагало. Когда у тебя лагает, у меня лагает. Да что-то так. Блин. Я уже пропускаю. Раз, два, три, четыре, блин, пять. Блин, я с колена пропустил. Плохо, плохо, плохо. Раз, най, два, три, четыре, пять. Да. Ну как-то не везет мне вообще. Блин, хук. Ну пусть уже лагает, я вам говорю. На это лучше смотреть, чем... А то, я что психую. Тупо тупанул.
Да. Так что сразу извиняемся за какие-то лаги, если они произошли. Потому что, ну блин, что мы поделаем этим? Да. Толком ничего. Надо, блин, потушил. На этом ролик подходит к концу. Я просто не собираюсь надрачивать и вас, и себя тоже. Вот этими практическими работами разными. И вот этими лагами. Продолжим. Снимем следующий ролик по UFC. Тогда, когда телефон, во-первых, зарядится. Да. А во-вторых, когда мне так удобно будет. Ну, как вы Я видите, думаю, все хотят UFC. я не могу пройти вот этот 10-й уровень. Давайте еще раз попробуем. Если ничего не получится, тогда уже и наш ролик будет подходить к концу. Вы видите, сколько у меня денег? Очень много. А было бы еще больше, если бы я еще подкопил бы денечек и снял бы до вас второй видосик по боксам в UFC. У меня было много денег, но в чем прикол? Я забыл, что это все можно вам показать, и я сам их все потратил. Извиняйте. Поэтому он подкопит. Да. Потом уже снимет. Мы с ним вместе подкопим завтра. И уже послезавтра, может, выпустим ролик. Да. На его канале. На канале MC Приходько. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь на его канал, ставьте ему лайки, пишите хорошие комментарии. Ставьте лайки на... Ему и пишите ему хороший комментарий. Да, и подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите хорошие комменты. Нет, мне то же самое. Удачи вам до следующего ролика. Удачи вам, Питере Паркере. А у меня еще ролик. У меня еще ролик продолжается. Если у меня профилактические работы снова меня замучают, то тогда и мой ролик уже подойдет к концу. Так. О, еще один коммент в Ютубе. Топ, ты победил. Еще один коммент. Вот он анонимус Ага. Фокс IT, сейчас я ему Кто скажу. победил? Я, говорит, анонимус Фокс IT. Это Егор. Сейчас я ему скажу, чтобы он подписался на МС Приходько. Ага. Как вы все слышали. Так что, ух ты, ё-моё. Так. Раз, два, три, четыре. Раз. Кстати, если все проголосуют за Хасла, что он победил, тогда мы, возможно, снимем уже и бой-реванш. Может. Может быть. Да. Потому что... А если тебя? Вряд ли его. Уже два за меня проголосовали. Двое. Ладно, так, пишем ответу. Так, ну если все-таки Подпишись. получится у меня что-то с ним, ну это втором, тогда если матч-реванш я выиграю, тогда это получится ничья. И если получится ничья, то есть по одному, тогда уже и мы уже, ну, помним, что между нами ничья. Ну ладно, и мой видеоролик подходит к концу. Я уже сниму вам нормальной обстановкой, потому что, как вы видите, у меня нифига не проходит этот 10-й уровень. С три попытки не проходит. Ну, с трех попыток не проходит этот 10-й уровень. Поэтому он будет продолжать снимать. Я вам обещаю. Я в это время не буду снимать, потому что я буду давать ему чисто раздачу. Да. Чтобы у него хороший интернет поддерживался. Или уже просто я все это сниму в городе под нормальный интернет, под нормальный, ну, такой уже. А когда ты поедешь? Я когда-то. Он, на его улице просто сейчас в Орельке, ну, нету интернета, вообще связи нету. Это Поэтому он приходит ко мне домой с утра. И мы тут снимаем, играем, делаем все вместе. Ну, как вы видели, все, я не могу вот пройти. Ну, все, если вам ролик чем-то понравился, хоть я уже не знаю, чем он вам может понравиться, ставьте лайки. Всем до встречи.
Пока.